Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – один из замечательных памятников древнерусской литературы «Поучение Владимира Мономаха». Понятие духовности в этике связывают с внутренней чистотой души, свободой от мелочности и эгоизма. В культуре понятие духовности, как известно, связано с опытом духа и его влиянием на окружающих, на зрителя. В этом плане литература и культура Древней Руси глубоко духовна. Издревле все ее произведения проникнуты особым духом и содержанием, цельностью чувств и идей, передаваемых читателям. Поучение Владимира Мономаха дошло до нас в единственном списке, в списке монаха одного из нижегородских монастырей, Лаврентия, и вставленного им в повесть временных лет. Благодаря этому человеку и сохранился труд знаменитого князя. Основные моменты. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Личность князя Владимира. Второй. Жизнь на Руси при Владимире Мономахе. Третий. Структура и цель создания поучения. Четвертый. Образ Мономаха в произведении. Пятый. Язык поучения. Памятник гражданской литературы Древней Руси. Большинство литературных памятников XI-XII веков не дошло до наших дней. Судьбу подобную имели и памятники, более близкие к нам по времени. Какие-то пришли к нам благодаря случаю в более поздней редакции, как правило, в одном экземпляре, несмотря на то, что они имели достаточно широкое распространение на Руси. Из памятников гражданской литературы Древней Руси мы получили произведение, названное «Поучение Владимира Мономаха», которое сохранилось в виде вставки в текст Лаврентьевской летописи 1096 года. Хотя поучение было составлено в 1117 году. Это объясняется тем, что позднему редактору памятника древнерусской литературы «Повести временных лет» или «Лаврентьевской летописи» это произведение потребовалось для характеристики позиции Владимира Мономаха на Любечском съезде 1097 года. Личность князя Владимира. Владимир Мономах, князь Смоленский, Черниговский, Переяславльский, а с 1093 года, после смерти отца, и великий князь Киевский. Очень заметная и привлекательная личность в истории русской государственности и культуры. Сын великого князя Киевского Всеволода Ярославича, годы правления 1030-1093 года, одного из авторов нравственно-политического кодекса «Правда Ярославичей», Владимир Мономах по отцовской линии был внуком великого князя Киевского Ярослава Мудрого, а по материнской линии – внуком византийского императора Константина Мономаха. По разуму и храбрости он удался в обоих дедов. Еще в детстве проявившаяся самостоятельность и отвага, видимо, послужили причиной того, что мать стала называть его в честь византийского деда Мономахом, единоборцем, то есть тем, кто борется с врагом один на один. По преданию он получил в качестве дара от византийского императорского дома царские регалии, скипетр и корону, то есть желтую шапку, которую сегодня зовут шапка Мономаха.
и тем самым стал наследником царственных владетелей Восточной Римской империи. Считается, что эти вещи он получил и надел на себя в церкви, когда стал великим киевским князем. Эта церемония называлась «Венчать на царство». Жизнь на Руси при Владимире Мономахе. После смерти князя Святополка киевляне сами предложили Владимиру стать киевским князем. До этого времени он мудро и справедливо княжил в Переславле, который получил от своего деда Ярослава. Сначала Владимир отказался от престола Киева, так как были князья старше его. Но киевляне послали сказать ему, что он обязан княжить в Киеве, чтобы на Руси было добро. И Владимир поехал в Киев, хотя ему было уже 60 лет. При Мономахе стало спокойно жить на Руси. Половцы боялись нападать на русские города, и князья перестали воевать друг с другом. На Руси Мономаха называли братолюбцем, то есть любящий братьев. Владимир Мономах старался сделать жизнь народа более легкой. Он велел купцам снизить цены на продукты, не брать высокий процент с должников, не брать в рабство за долги. Как и Владимир Святой, Мономах устраивал обеды для бедных и больных людей, которые просили помощи. При Владимире Мономахе построили первый в Киеве мост через Днепр и начали писать первую летопись о жизни русского народа. Поучение князя Владимира детям. А сам он написал поучение, в котором рассказал, каким должен быть князь. Не лениться, быть храбрым, никого не обижать, а защищать обиженных, заботиться о больных и бедных, уважать старых, а молодых любить, как родных братьев. Поучение состоит из трех самостоятельных частей. Поучение детям, воспоминаний и послание князю Олегу Черниговскому. Однако эти части связаны между собой идеей борьбы с феодальной раздробленностью. Литературный прием обращения отца к детям был широко распространен в средневековой литературе. Нет ни одной страны на Западе и на Востоке, где бы не было такого рода произведений. Разные по содержанию и окраске, они имели одну цель – дать наставление детям. Таков труд византийского императора Константина Багрянародного об управлении империей. Наставление французского короля Людовика Святого. Поучение англосаксонского короля Альфреда и другие. Цель создания – поучение. Но поучение Владимира Мономаха выделяется среди них своей целенаправленностью и высокой художественностью. Исходя из собственного опыта, Мономах четко формулирует основные жизненные принципы. Он не ограничивается простым призывом сыновей к единству и прекращению усобиц, а обращает внимание и на образ самого князя, который в его представлении должен быть мужественным и смелым, деятельным и неутомимым правителем русской земли. Князь должен проявлять заботу о смерди, челяди, вдовицах, не давать сильным погубить человека. Дав крестное целование, поцеловав крест, нужно соблюдать его, чтобы не погубить души своей. Нужно заботиться о хозяйстве,
Рано вставать, поздно ложиться спать, не лениться, быть всегда готовым к походу. Как в воинский устав звучат слова: на войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод, ни питью, ни еде не потворствуйте, ни сну. Сторожевую охрану сами наряжайте и ночью, расставив воинов со всех сторон, ложитесь, а рано вставайте, а оружие снимать с себя не торопитесь. Не оглядевшись, из-за ленности внезапно ведь человек погибает. Князь должен думать о распространении славы русской земли, чтить гостя, откуда бы он к вам ни пришел. Простолюдин ли, или знатный, или посол, ибо они по пути прославят по всем землям. Образ достойный подражания. Мономах стремился убедить детей собственным примером. Он подчеркивал, что с 13 лет находился в разъездах, охотах, походах. Мономах указывал, что военные походы и политические дела не заслоняли от него и хозяйственной деятельности. Ночью и днем, в зной и стужу, не давая себе покоя, на войне и охоте сам делал, что требовалось, отдавая распоряжение. И в доме у себя поступал так же, ведь распорядок держал я в своих руках. Так же и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду, сильным и за церковным порядком, и за службой сам следил. Автобиографические моменты поучения должны были создать образ князя, достойный подражания. Этому здесь нет полной биографии Мономаха, а есть лишь примеры из его жизни, имеющие гражданский интерес и общественно-идейное звучание. Выступая за единство действий русских князей против внешних врагов, Владимир Мономах готов ради этого примириться со своим давним противником, черниговским князем Олегом. Деяния великого князя. Своеобразие формы, простота и сжатость стиля его идеи придали поучению публицистический характер. В нем отразилась глубокая тревога за дальнейшую судьбу Родины, стремление предупредить потомков, дать им советы, чтобы предотвратить политический распад древнерусского государства. Летопись запечатлела заботливое отношение Владимира Мономаха к смердам, крестьянам, нередко страдавшим от непомерных поборов на содержание княжеских дружин. До нас дошел отрывок из одного произведения XIII века. Слово о погибели русской земли, о монголо-татарском нашествии, где Мономах удостоен величайшей чести, которая только может выпасть на долю государя и гражданина. Здесь, рядом со словесным изображением Родины, светло-светлой и красно украшенной, нарисован и его словесный портрет, как самого верного и самого грозного из ее защитников. При Мономахе Киевская Русь была целостным, крупнейшим и сильнейшим государством Европы. В непрестанных государственных трудах и великих походах он смирял распри удельных князей, предотвращал половецкие набеги, заботился об экономической устойчивости земледельческих хозяйств. Внутренний мир человека XII века. В Лаврентьевскую летопись под 6604 годом или 1096 включены сочинения Владимира Мономаха, его поучения детям
и письмо двоюродному брату, князю Олегу Святославичу. Как полагают исследователи, эти документы по воле самого Мономаха вошли в летопись и, значит, были адресованы читателям будущих поколений. Немногие эти страницы, написанные энергично, образно, задушевно, дают нам редкую возможность увидеть внутренний мир человека, жившего почти 10 веков назад, и поразиться тому, насколько близки нам его помыслы и чувства, особенно его уважение к жизни и достоинству человека. Образ Мономаха. Образ Мономаха, каким он предстает в его сочинениях, далек от умиления и благостности. Этот могучий единоборец, с детства закаленный охотой и военными походами, жил во времена, когда, судя по летописям, десятилетие не проходило без набегов кочевых племен, кровавых столкновений удельных князей, без голода, эпидемий, пожаров. С юности и до старости он исполнял княжеский долг, не дрожа жизнью своей, не щадя головы своей. Ради блага родной земли, единства русских княжеств. Послушаем самого Мономаха в переводе на современный язык Лихачева. А всего походов было 83 великих, а остальных и не упомню меньших. И миров заключил с половецкими князьями без одного 20, и при отце, и без отца, а раздаривал много скота и много одежды своей, и отпустил из оков лучших князей половецких столько. Шаруканевых двух братьев, Багурбасовых трех, Осеневых братьев четырех, а всего других лучших князей 100. Милосердие побеждает даже в борьбе с врагами. Наставление Владимира. Мономах хочет видеть потомков своих истинными мужами, мужчинами, воинами и тружениками. Смерти ведь, дети, не боясь ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужеское, как вам Бог пошлет. Их же он наставляет и в милосердии. Убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убить его. Письмо Владимира Мономаха князю Олегу Святославичу. Необычайное впечатление душевной силы и высоты оставляет письмо Владимира Мономаха жестокому князю Олегу Святославичу. По мнению Лихачева, оно должно занять одно из первых мест в истории человеческой совести. В битве под городом Муромом 1095 год, осажденным войсками Олега, погиб князь Муромский Изяслав, сын Мономаха, а вдова Изяслава попала в плен. Мономах посылает Олегу укоризненное письмо, взывающее к совести. «Убив моего сына и твоего собственного крестника, видя кровь своего агнца, видя сей юный увядший цвет, ты не пожалел о нем, не пожалел о слезах отца и матери, не захотел мне прислать письма утешительного, не хотел прислать бедной невинной снохи, чтобы я вместе с нею оплакал ее мужа». Язык поучения.
Поучение Владимира Мономаха свидетельствует о высоком уровне культуры русского слова, о приемах и средствах литературного повествования, рассчитанного на широкий круг читателей Древней Руси. Язык поучения в основе своей восточнославянский, русский. Он сливается с тем литературным языком, который от начала XI века засвидетельствован нам русской правдой, и который несколько позднее будет представлен классическим памятником словом о полку Игореве. Изложение содержания начинается с наставлений, которые облекаются в форму церковно-книжной речи, владея и животом, жизнью и смертью нас грешных помилуй. Божие повеление, страх имейте Божий, добро творящие и другие. Такие экспрессивные формы чередуются с обиходно-разговорными средствами русской речи. Ночной поклон, сами наряживайте и другие. Описание военных походов и охотничьих подвигов. Характер изложений меняется при описании военных походов и охотничьих подвигов. Эта часть поучения создана преимущественно на базе восточнославянской речи. Здесь широко применяются ее характерные черты. Полногласные формы, молодых, по чередам и так далее. Слова с начальным «о», «олень», «один» и другие. Обороты живой русской речи, не щадя головы своей, «назнаю и на зиме, и день, и ночь» и так далее. Великодушный и православный христианин Владимир Мономах прощает Олега. Он предлагает ему взять свою наследственную область добрым порядком и жить дружелюбно. «Не боязнь и не крайность заставляют меня говорить таким образом, но совесть и душа, которая мне всего на свете драгоценнее. Напоите и накормите просящего, соблюдайте свое слово. Какое это было суровое, тревожное время, раз князь все время предостерегает в своих поучениях. Ночью, со всех сторон расставив охрану, ложитесь около воинов. Оружие не снимайте с себя в торопях, не оглядевшись. Жизнь была полна непредвиденных опасностей, которые подстерегали всюду. В походе, на охоте, при переездах и даже дома за крепкими стенами города. И одновременно какое глубокое понимание необходимости доброты, заботы о людях, внимания к ним. Напоите и накормите просящего. Не давайте сильным губить человека. Соблюдайте свое слово. Больного навестите, покойника проводите. Не пропустите человека, не приветив его. И доброе слово ему молвите. Основатель города Владимир. Владимир Мономах был, безусловно, одним из самых выдающихся людей своего времени. Мудрость и доброта – вот те качества, которые завоевали ему любовь и уважение современников и потомков. Известно, что Владимир был сыном Всеволода, четвертого сына Ярослава Мудрого. С раннего детства его приучали переносить невзгоды и лишения. Когда княжичу исполнилось 8 лет, его посадили на коня. Посажение на коня означало, что ребенок стал уже отроком и может вместе с отцом участвовать в военных походах и в лавах, в охоте на дикого зверя.
16 лет Мономах совершил свой первый самостоятельный поход через леса и болота, сквозь Вятичи. Он проехал в Ростов, входивший в состав земель его отца. Позже Владимир еще дважды ездил в Ростово-Суздальскую землю, Залесский край, как его называли в те времена. В 1108 году, во время одной из этих поездок, Владимир заложил город на Круче над Клязьмой и дал ему свое имя. С этого года начинается история города Владимира, будущей столицы Северо-Восточной Руси. Жизнь на коне и на ковре. По обычаю того времени Владимира рано женили. Невеста его, светловолосая Гита, приехала из-за моря. Ее отец, английский король Гарольд, погиб в 1066 году при Гастингсе в битве с нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Вся жизнь Владимира Мономаха, по образному выражению одного из исследователей, прошла на коне и на ковре. На коне, то есть в военных походах и в разъездах по делам государства, в охоте на лесных зверей. На ковре, в совещаниях с дружиной и с князьями, когда по древнему обычаю участники совета, все, кто думал вместе с князем, сидели с ним на одном ковре. Междуусобные войны князей, борьба с половцами. Во времена Мономаха единое русское государство, возглавляемое киевским князем, уже распалось на уделы. Князья ссорились и дрались между собой в междуусобных спорах, а тем временем половцы, пришедшие на смену печенегам, совершали опустошительные набеги на русские земли. Половцы превосходили печенегов численностью. Их военная тактика отличалась стремительностью набегов. Против половецкой опасности строились новые города-крепости на южных границах русского государства. Многие князья стремились объединиться, выступить совместно в половецкую степь. Но бывало и иное. Какой-нибудь князь, не получив своей доли земли при наследстве, призывал половцев на помощь и с ними в союзе шел против братьев и родственников своих. Объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю. Владимир Мономах собирал княжеские съезды, призывал князей к миру, всегда отстаивал справедливость, сам не раз уступал княжеский стол другому, уходя в более скромный княжеский удел, в более маленький город. По что губим русскую землю, сами между собой устраивая распри, говорил он. А половцы землю нашу раздирают на части и рады, что между нами ратри. Объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю. Добрый страдалец за русскую землю. Владимир ратовал за наступление на половецкие степи. Однажды дружина Святополка отказалась идти в поход весной, когда кони были нужны для пашни. Тогда Мономах выступил гневно и страстно. «Удивляюсь я, дружина, что лошадей вы не жалеете, которыми пашут. А почему вы не подумаете о том, что вот начнет пахать смерть, и, приехав, половчанин ударит в него стрелою, а лошадь его заберет, а в село его, приехав, возьмет жену его и детей его
и все его имущество. Лошади вам жаль, а самого не жаль ли?» Ничего не смогла ответить дружина Святополка. Отважные походы Мономаха вглубь степей остановили половецкий натиск. Он не только обуздал половцев, но приводил из степей другие кочевые народы, недовольные половецким засильем. Под кличкой своих поганых поганными называли на Руси всех язычников. Он селил их на пограничных землях и создавал живую линию обороны от половцев. Так военная доблесть сочеталась в этом князе с политической дальновидностью. В записи о смерти Мономаха летописец назвал его добрым страдальцем за русскую землю. Страдалец от слова «страда», то есть труд, и означает труженик. Всю свою жизнь, весь свой труд Владимир отдал русской земле. Поучение Мономаха. Произведение светское и политическое. Владимир Мономах отличался широким образованием. Он был знаком с литературными произведениями и своих соотечественников, и иностранных авторов. По своему жанру его поучение восходит к греческой и византийской литературе и имеет древнюю традицию. Но в отличие от византийских поучений, носящих в основном церковный характер, поучение Мономаха – произведение светское и политическое. Исследователи отмечают в его сочинениях искренность, прямоту, стремление следовать правде, даже если она не красит автора, способность в мыслях и переживаниях человека отразить свое время и вневременные духовные ценности. Традиции Владимира Мономаха в русской литературе. Вслед за поучением Мономах рассказывает о своих трудах, давая наглядный пример деятельной, поистине трудовой, безленности жизни, которой он призывал всех князей. Эта часть – первая автобиография на Руси. То есть можно говорить, что с Владимира Мономаха началась в русской литературе автобиографическая проза. В дальнейшем мы находим автобиографию только в XVII веке, в знаменитом житии протопопа Аввакума. С этой точки зрения, видимо, допустимо говорить о традициях Владимира Мономаха в русской литературе, о той духовностью, которой заполнены его труды и которую он старался передать своим потомкам. Распад Киевской Руси. После смерти Владимира Мономаха в 1125 году начался распад единого государства Киевская Русь. На его территории образовалось сразу несколько княжеств, которые самостоятельно не могли сопротивляться иноземным вторжениям. Этим воспользовались монголо-татары. В 1240 году Киев был разрушен и опустошен. Развитие Киева остановилось почти на столетие. Итак, мы изучили одно из самых интересных произведений древнерусской литературы – «Поучение Владимира Мономаха», которое фактически заложило основы для развития автобиографического жанра. Мы кратко охарактеризовали исторический период, личность и деятельность великого князя, одного из самых выдающихся людей своего времени. Мудрость, благородство и доброта завоевали ему любовь и уважение современников и потомков.